Тактика прохождения Хедуса, цитадель Нихаза. Танки располагаются по бокам у Хедуса. Все остальные стоят посередине, где находится лицо Хедуса. Главный танк первый агрит босса. Когда босс кастует энергетический всплеск, под игроками будут появляться области, которые наносят АОЕ урон. Область перемещается вместе с героем, поэтому вам нужно отойти с ней подальше от союзников. Босс на танка кидает разрушение, тут мы прожимаем сейвы. Когда босс кастует нестабильную материю, появляется сфера, которая летит по направлению к случайному игроку. Когда она долетит до героя, взрывается и наносит АОЕ урон. Прожимаем защиту. Задача первых двух танков – перефакивать подкаст свирепого натиска. На 75% босс призывает гончие, они бегут на главного танка. Мобов мы быстро убиваем. На второй фазе 55% босс призывает крылатых уничтожителей. Используйте на них эффекты контроля и убивайте монстров по одному. На третьей фазе, на 35%, когда босс кастует яростный натиск, он кидает фиолетовый баф, его нужно почистить со всех. На 35% босс призывает свирепых уничтожителей, сбивайте им каст истребления и добивайте босса, или второй вариант, убиваем их. На этом тактика заканчивается. Всем удачи в прохождении, всем пока и до скорого.